Приключения пони-динозавра. Эпизод 27. Пони-динозавр в космос. Какая вкусная травка! Привет, ой, какая Андрея. Вкусная. Привет! Как поживаешь? Хорошо. Чем занимаешься? Ну, я в своем озере, где обитают другие саркозуги помимо меня, поймал небольшого целлофазиса, его съел. Птеродактии сообщили, что где-то тут летающая тарелка. Летающая тарелка? Такого не бывает. А сейчас тебя поглотит летающая тарелка, и ты все узнаешь. Не бывает. Не может быть. Ладно, но учти, что я не предупреждал. Помогите! И сороковой все еще сообщить друзьям. Друзья, вы знаете, что случилось? Привет, сороковой. Привет! Вы знаете, что случилось? Что? Пропала Аврора. А что случилось? Я думаю, что ее забрали пришельцы. Что, правда? Да. А ты ее разве не предупредил, что она... Я ее предупредил, но она меня не послушалась. А вы знаете, кто нам может помочь? Не знаем, а кто? Ну, конечно же, наш мудрый мистер Арни. Один наш знакомый орнитоест. Ну, пойдемте скорее к нему. Может, ей грозит опасность. Извините. Мистер Арни, у нас тут такая беда случилась. Какая такая? Только вы можете нам помочь. Пропала наша подруга Аврора. Кто ее украл? Ну, мне кажется, что это пришельцы. Не знаю, но я вам, да, к сожалению, ничем не могу помочь. А кто же нам может помочь? Знаменитый диплодок Дик. Мистер Дик, точнее. Ну, а где же его нам разыскать? Ой, сделай это, Сюса. Это, кажется, и он. Очень хорошо. Ой, здравствуйте, какой вы большой. Вы и есть знаменитый диплодок Дик. Да, я старейшина диплодоков, зауроподов. Самый главный зауропод в долине. Очень приятно. Мистер Арни сказал, что вы нам сможете помочь. Вы нам не скажете, существуют пришельцы или нет? И могли ли они забрать нашу Аврору? Пришельцы существуют. И у меня есть друг, который с ними дружит. Ой, неужели он сможет нам помочь? Драмеозавр Драмео. О, мистер Драмео, скорее к нему. Мистер Драмео, помогите нам, пожалуйста, пропала наша подруга. Я глазам не своим не вижу. Саркозаур, дружище, сколько же мы не видели? Ой, Драмий, это ты. Помнишь, как я тебя нашел твое яйцо, его съел алозавр и горгозавр, два, горгозавр и алозавр. Я тебе яйцо подобрал и тебя воспитал. А вот ты вырос, я тебя отпустил, и ты вот стал таким большим, красивым. Конечно же, помню. Спасибо тебе за это большое. А сейчас, пожалуйста, помоги нам найти нашу подругу Аврору. Аврору, да? А ее похитили пришельцы. Точнее, не похитили. Они ее сначала тут забрали, потом договорились, что они с ней поисследуют космос, но они говорят, что еще полетят за кем-то другим, чтобы они вместе поисследовали космос. Нам же хочется в космос. Конечно, хочется. А вот идемте там на поляну, там она. Идемте. Здравствуйте, достопочтенные пришельцы. А ну, скажите нам, пожалуйста, зачем вы похитили нашу подругу Аврору? Мы просто хотели, чтобы ее покатать. Кто же хочет покататься? Я хочу. Хорошо. Нет. А ладно, сейчас полетят. Ты с мистером Арни, Спина и кентозавром Кентой. Договорились. Ой, какая у вас летающая тарелка! Я всю жизнь мечтала побывать в настоящей летающей тарелке. Ой, я тоже. Ой, Аврора, здравствуй. Здравствуй. Вот видишь, со мной ничего не случилось, а ты за меня волновался. Мы находимся в туманности единорога.
Ой, как тут красиво. Вот эта вот планета называется Калатея-29. Очень интересно. Только туда нельзя зайти. Там прямо с неба бомбы сыпятся. Их никто не скидывает, они сами падают. Интересно. А на ее спутники еще опаснее. Там какие-то бешеные гигантские ягушки, да пауки-великаны ползают. Понятно. Идем дальше. А это планета Марсур-21. Последняя планета в туманности единорога. О, смотрите. А это галактика Калацида. Самая большая галактика во Вселенной. В ней больше 100-900 миллиардов звезд. А вот это планета Галатера. Но не тоже очень опасно, потому что целый день бомбардируют астероиды. Идем дальше. А это Фондорон, самая большая звезда во Вселенной. Ее диаметр 100-500 миллиардов, либо 600 миллиметров. А вот там и наше Солнце вдалеке виднеется. Так далеко, если бы эта звезда взорвалась в нашей галактике, она бы ее уничтожила. Спасайтесь! Спасайте все! Срочно покидаем галактику! Это звезда Фондорон начала взрываться! Она затягивает свою первую планету! Быстро улетаем отсюда! Ну, давайте быстрее летать, давайте! Вы же управляете своим космическим кораблем! Жмите на все возможные рычаги, и мы улетим! Все! Мы улетели, ей спаслись. Эта звезда чуть не взорвалась. Фух, все хорошо, что хорошо кончается. Вот мы и дома. Всем пока. Смотрите другие наши мультики, подписывайтесь на канал. Не пропустите новые серии мультика про пони динозавров, еще машинок. У нас много всяких там мультиков про машинки, самолетики и многое другое. Пока!